вот сейчас часть работ, куда можно прийти и купить какую-то эксклюзивную, необычную такую вот вещь. А, мы его постоянно меняем. У нас здесь проходит несколько проектов. Зимой это иней, где мы тоже создаем площадку для мастер-классов, для фотозон, для каких-то сувениров новогодних. И вот следующее у нас сейчас будет к весне. «Все в сад» называется, где тоже можно прийти купить и рассаду, цветы. Значит, у нас проходят ярмарки цветочные весной и осенью здесь, где-то в конце мая и в сентябре. Ну вот два таких мы сейчас пока оставили, крупных проекта, которые у нас вот зимой и лето, весна, осень. Вот, поэтому, пожалуйста, в любое время можете прийти. У нас есть страничка ВКонтакте «Новые города», где можно посмотреть. Север-юг. Мы в 2018 году, значит, вывозили своих мастеров в Крым. И там, когда проводили мастер-классы, в четырех городах проводили эти мастер-классы, а потом крымчане приезжали к нам сюда. И мы здесь тоже в трех городах проводили мастер-классы. Вот такой стол мы им делали, декорировали. Какой берег вы... Крымский берег. Крымский берег. Красиво. Да. Поэтому... Здорово. Также мы создаем вот именно интерьерные всякие штучки. Мы работаем... Вообще, на самом деле, дизайн «Студия Флорина», мы же занимаемся не просто цветами. У нас очень много проектов. Мы работаем очень тесно с «Отчиной Деда Мороза», постоянно их переодеваем, с «Илимом», где мы оформляем их и Новый год, и в то же время мы делаем... Дизайнный проект, мы вот впервые делали им музей Илима, то есть всю историю. У нас это было немножко такое стрессовое состояние, потому что мы первый раз сделали, и мы так рады, что у нас получилось от нуля, прям от разбора стен до уже наполнения музея материалами различными. Вот, поэтому он такой интересный получился, полностью история из четырех не сыпется. Очень, ну, сейчас очень модно это. Вот мы начали делать, мы вот первый, наверное, у нас в городе сделали. А потом, вот этому муху уже 4 года. 4, да? Да. Вот. А на что вы его носите? На клей, просто клей. На клей, да? Ага, да-да-да. Нормально. Натуральный? Нет, натуральный. Нет, это стабилизированный мох. То есть... Он, да, это не из леса, он окей, специальной окей. Обработки. Да. Обработан. Вот да-да-да, конечно. Простой мох у нас сыпется. Нет, мы покупали его. Там технология своя, и причем это японская, по-моему, технология, они не раскрывают эти... Ну, я думаю, что глицерин используется. А мы находимся в дизайн-студии Флорина у самолета. И мы будем делать сейчас... полностью с тюльпанами. У нас будет такая фотозона, можем будет прийти, потом посмотреть. А сейчас пока вот можете посмотреть. Очень красиво, кстати, фотографии получаются прямо в холодильнике. У кого есть желание. А там тоже ведь шикарно. Наверх можете подняться, да. У вас хорошо фото. У нас, ребят, невесты приезжают фотографироваться сюда. Ирина, где нужно фотографироваться? Внутри холодильника? Да. А мы можно сходим, да? А вы нас отсюда сфотографируете? Давайте. Я с тобой. Пойдем. Когда еще такая возможность случится? Мы также взяли на 8 марта, не могу, сушили, вот стоит и ничего не делает. Да. Сушить вот так. Да, не, даже так поставить, она и так, кстати, да, она высохнет. У меня стоит уже с Дня матери. Вот я говорю, 8 марта прошлого года вот стоит вот эта красота. Надо с этими тоже фотографироваться, может там всем. Да, 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 много ли нам правда надо. Здорово. Спасибо. Да, разрешили сфотографироваться в холодильнике. Все цветы сейчас ваши, которые я взяла все, сейчас они туда и пойдут в холодильник. Да, да, да. Сегодня мы встретились в Новых городах, в студии «Новые города». Пригласила я из интересного котласа активных подписчиков, плюс пригласила участников проекта и фотоконкурса «Самая романтичная пара». Было нас более 10 человек, но вот сейчас самые,
стойкие остались, которые способны выпить да. несколько литров чая. Да? Да. Да? Особенно. Да. Замечательная да. встреча. Общаемся, да. Мы не только активные подписчики, но мы активные гуляльщики. Женщины с активной жизненной позицией. Точно. Да. То есть сидим, доедаем, допиваемся. Допиваем чай и уходим.